В городе Сьюдад-дель-Эсте, Парагвай, в местную пожарную часть поступил вызов, при обработке которого на попечении бригады пожарников и спасателей оказались месячный младенец и его 13-летняя мать, которые попрошайничали на улице, пишет Седмица со ссылкой на издание «Алитея». Ребенок не подавал никаких признаков жизни. Мы поместили его в машину скорой помощи и отвезли в городской травматологический центр. По дороге мы безуспешно пытались реанимировать младенца, пояснил член пожарно-спасательной группы, бывший учащийся католической семинарии. Когда бригада спасателей прибыла в больницу, пожарный попросил медсестру принести ему воду, чтобы он смог окрестить ребенка. После произнесения слов, принятого в католической церкви чина последования таинства крещения, младенец неожиданно начал реагировать на внешние раздражители. Ребенка немедленно приняли в отделение неотложной помощи педиатрического отделения больницы. Сейчас его здоровье улучшается.